Чертой старик, я разбил руки третий, я пси, искурил мои нервы, искурил. Так, что? Меня все с Братишкиным и ХЗ с чем похож? Человек, который сильно раздражает и отталкивает потенциально чем-то похож на вас. Нормально, 2,5 миллиона, ребят. Ну, все, бля, обращайтесь ко мне в личку, расскажу, как ТикТок поднимать, бля, реально. Ну, а что я могу сказать, ребят? Вот, например, в ТикТоке за тебя поставят и диагноз. Ребят, хватит, следите, пожалуйста, за моей популярностью, правда. Ну, можете не писать мне мои цифры, я знаю, что я достигну большего сегодня. Я знаю, что я проснусь завтра, и этот Twitch мне ваш нахуй будет не нужен абсолютно, понимаете? Я буду писать музыку, я пойду в музыку, я буду делать реальные вещи, я буду делать грязь. Сам Дудь возьмет у меня интервью. Готов поспорить с вами на 50 рублей, блядь. Реально. Один хуй донат от 100. Но я готов. Хватит пиздеть. Ты клоуном будешь? Как можно, блядь, стать тем, кем ты уже являешься, блядь? Какие-то вопросы, нахуй. Меня обсуждают на всех ресурсах, блядь, этой страны ебучей. Понимаете, о чем я? На всех. Пока вы выписываете свой негатив в чате, я набираю реальные просмотры. Я набираю реальные цифры. Пока вы виртуально набираете текст, вы понимаете? Сука, накрутка ебаная, блядь. Что замкнутость, синдром серой мышки? Это кто, блядь? Окей, зачитаем, что такое синдром серой мышки. Кстати, может, по факту реально синдром какой-то. Я, кстати, не замечал. Так, Safari. Бля, порно открыто. Ёб твою мать, блядь. Хорошо на экран не выводил. Синдром чего? Синдром петрушки. Чего, блядь? Чё это, блядь? Синдром петрушки. Кто это? Реально вылезло. Синдром серой мышки. Реально, что там? Это состояние человека, при котором он зарывает в землю свой талант, индивидуальность, стесняясь явить миру свои сильные стороны. То, вот этот, блядь. Как можно зарыть то, чего нет? Осуждаю, это шутка. Душно. Окно открой, брат. Пиздец. Это как вот ему такой диагноз поставили? За синдром серой мышки, блядь. Хорошо, а я кто? Агрессивность, истеричность. Хорошо, с первым пунктом я согласен. Второй. Где я, блядь, истерю? Кто этот ТикТок делал? Миша Липсихаскин, сука ты, понял? Пиздун. Ты зачем такое сделал? Пиздишь людям. Бля, я такую хуйню сейчас сказал. Мишка Липсихаскин, бля, вообще гений, нахуй. Короче, я категорически не согласен. Шеф не истеричка. Добрый день. Тут цирк мы и сами можем устроить. Внимание! Представление начинается! Я на моей тикетанной голосаю, тиху бежку по пятам бегут. Getting distracted again. You got dreams to chase, not people to impress. Wake up. Чё? Getting distracted again. You got dreams to chase, not people to impress. Бля, мне так смешно, когда я сам на такие тиктоки нападаюсь.
попадаюсь. Столько на самом деле несчастных людей, которые почему-то думают, что они нихуя не могут, не умеют, блядь. Вы типа чё? Жиза. Ну, мне смешно, когда я такое, типа, вижу. Ну, окей, это еще нормальный ТикТок. А там есть... что-то, бля, я где-то комментарий оставил, где у вас все получится, блядь. Пиздец, мне там лайков наставили, сказали спасибо. Люди, которые меня не знают даже. Не знаю, но в большей степени это просто нежелание. То есть не у всех так. Надо просто жопу поднять. И let's go. Попробовать хотя бы. Нормально. Да, ребят, у меня 3,5 миллиона просмотров. Прошу общаться там со мной теперь на вы. Да, я знаю, что я мотиватор пиздатый. Блять, да вы заебали своим Майданом, блять. Питер Нильсон донатил 10... Кто? Осуждаю. Кто там? Осуждаю вот этого Нильсона, блять. Danish kroner through super chat. Никогда не понимал, зачем прыгать перед какой-то бабой, чтобы она выбрала тебя. Ебать, есть я и никто другой. Если ты вдруг выбираешь между мной и кем-то, сразу иди нахуй. Меня можно даже не рассматривать. Я дам знать, что мне нравятся девушки. Если не получаю ответной реакции, то я хуй с ней. Время — это самый драгоценный ресурс, и тратить ее на то, чтобы бегать за кем-то, мне не нужно. Если девушка сказала нет, это значит нет, блять. Я не долбоеб. И тратить свое время на то, чтобы бегать за кем-то, да, и ты такая, может, это нет, это значит да, может она хочет что-то там. Нет, блядь, сказал нет, значит нет. Если я тоже понравился, говоришь, да, все, все, ебать, все очень просто. Хорошо сказал. Сильно сказал. Я в его 16 в Майнкрафт играл только. Красава, язык фактов, блядь. Фактит, чел фактит, по-лютому. Осуждаю. Че за... Это я не буду показывать. Я засыпаю без... Это там ничего нет интересного, забейте. Там ничего интересного. Там, ну, только я. Не буду я показывать, забейте. Как это откуда? Мама Огра. Бля, я не пойму, это что у меня с компьютером? В канаве лежит третий. Так, хорошо. Да. Мама Огра, вторая в канаве лежит, третья живет на Шлюхенштрассе, плюс еще два отчима. У дотеров родителей хоть отбавляй. Вот это настоящая мама. Вот такой процессор у человека стоит в компьютере. И сука, он же работал как-то, блядь. Ну так вот. Блять, а почему это, сука, не показывает изображение на компьютере, а? Вот, блядь, ну вот почему? Почему нет изображения? Вот кто может сказать, почему нет изображения на этом компьютере? А шоу? Две просьбы. БГ заодно с катаной. У меня, кстати, личная предъява есть, блядь, к БГ ебаному. Типа, я пиздец как оскорбился, я сейчас покажу, если что. У нас почти все тиктоки долистали, напомните мне сказать. А, ребят, привет. Я Костя Волков, мне 20 лет, я готов драть Витьку Дудку. Да ты урод, ебать, косоглазый. Николаевич сегодня такой приблотненный, моднявый. А ну-ка, Николаевич, забацай голливудскую улыбку. Блять, что? 12-миллиметровый, крутой, гангстерский обрез. Сиков, сейчас будешь спамить, я тебе въебу бан, понял? Нет, все, ты спамишь, я тебе въебываю бан. Все, отдыхаем сегодня, понял? Сука, компьютер лагает, как тебе везет, блядь. 2015-го фоловишь, ёб твою мать, блядь, как обидно будет сейчас. Ай-яй-яй, блядь. Ну ладно, отстраняю просто. Посидишь, отдохнешь еще. Нормально. 4 миллиона у меня, я сказал со мной на вы теперь, блядь.
Что непонятного? Уважаемый Владимир, теперь я. Russia never win. Никогда не ревнуйте, если она ушла от вас или он ушел от вас. Это хорошо, может быть. Чего у вас были эти отношения ложные? Он вас не любил или она вас не любила. Разошлись и все, снова будет встреча, другие будут, третья, десятая встреча. А переживать вот, мол. Бля, жалко на самом деле мужика, 17 прививок, блядь. 7, вернее, 7 прививок себя въебал и все равно слег от короны, блядь. Вот это пиздец, конечно. А, 8, блядь, прививок въебал. И от короны все равно в больницу поехал. Да не, он не умер, вы чё, пацаны? Вы неправильно поняли меня. Николаич, блядь, пивка принес. Или чё это? Бля, я хочу манки себе. Хочу манки. Бля, неужели мартышку нельзя приучить срать на горшок? Ну, типа в туалет. Они же умные, пиздец. Почему они в памперсах постоянно ходят? Они какают, где бегают или что? Звука нету, видос. Да можно, да. Почему они все в памперсах? Я вот ни одну мартышку не видел, чтобы она какать ходила. С виду простой еблан. Деньги капают. Парамультов. Хуй. Большой будто пизда. Блять, ну это... Ёбаный Дмитрий Ликс, блять. Так, слышите, я готов терпеть все, но чтобы два пенсионера вдруг вместе сошлись, это я против такого шиперства, если что. Это подставлено, это не мог Дмитрий Ликс записать, такого не бывает. Excuse me, what the actual fuck are you doing in my house? Блять. Ведь, как мы все знаем, дегенераты смотрят. Чернобыль, я порождаю месть, позаряженный весь кровью, я запариваю весь. Голова сияет на моей, как раны глаза, эти кубышки по пятам бегут. Малой кирпичами кидается. Дружище, ничего страшного, что проиграли, выиграем завтра. Давай, ты молодец. И тебя нахуй... Можно вопрос? У него на пальце пипетка какая-то торчит, слышите? Вот тут вот. Осуждаю, да, я скипну на всякий случай. У него тут какой-то напальчник вот этот тут висит. Это пальчник. Ну? А нахуя он нужен? Вопрос в этом заключается. Это типа мобильный геймер, бля. Фух, что он играет, блядь, во Free Fire, нахуй, там, наверное, World of Tanks Blitz, может быть, Brawl Stars, может быть, Stand Off, или PUBG Mobile, блядь, такой смех вообще, мобильный гейминг, блядь, это ужас, я не знаю, я в мобилу играю, наверное, когда в очереди, блядь, сижу в больничке какой-нибудь. Ну это такой ужас, блядь, на телефонах играть. Я не знаю, извращенцы придумали на телефонах играть. Все какое-то, блядь, лагучее, блядь, я ебал. Норм игры. Нет, ребят, ПК-гейминг никто не заменит. Уже пытались консольным геймингом это все заменить. Не получилось. ПК-гейминг все равно номер один. Очень удобно на мышку хуярить, правда. Сейчас кто-нибудь скажет. Другалетчик, у меня на моем Xiaomi Redmi Note, бля, 7. Клавиатура и мышка дистанционная, я ее так ебашу и хуярю, жестко нагибаю, бля. Исключение. В любом правиле всегда есть исключение. Где ПК-то взять? Да нахуй вам ПК не нужен. За вас поиграю я, ребят. Рядом, нахуй, я бы ее нога...
твою из этих ублюдок, ебаный, прекрати хуярить лес. Берем вот такую вот кассету. Погружаем и включаем. А ёлки. Дрочит правая рука, дрочит левая рука. Боярышник форта Эвалар найдет. Ты ебаный болотный житель, завали еблет. А вообще-то, я предприниматель. Поехали! Опа, 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 опа! Кидайте кринжа. Опа, 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 опа! Кузантип 2011, бля! Опа, 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 бля, проебал нахуй все. О, я уже в самом конце, ебать. Прям чуть-чуть осталось. Блин, так ебаный, приходи, прекрати хуярить лес. Бля, это определенно самые долгие вебмы вообще будут. Просто пиздец. Так, тут чё? Да где звук-то? Блять, осуждаю нахуй. У меня 5 миллионов мощи. Осторожней. Давай говори 100. Бля, заебал этот нахуй уже меня. Ну-ка стой, у тебя комар на голове. Вот так тебя заможет. Туда около сейс. Блять, пиздец нахуй. Ты не трогал бы так, дядь. Мне сегодня приснился странный сон, то мне кто-то дрочит. Странно, мне тоже приснилось, что мне кто-то дрочит. А тебе что приснилось, Саня? Что я кому-то дрочу. Смешно. Эй, what's your name? Микки. What's your name? Микки. What's your name? Роберто! Ой, а почему собаки говно жрут? Реально, хороший вопрос. Шо, верни. Скажи, дура, у тебя красивая фигура. Это было. Это мне! Это мне! Это мне! В своей жизни видели, чтобы кого-то за всю историю интернета ненавидели настолько сильно, как ненавидят меня? Да. Мэка Глай, ты чё, охуел, блин? Блять. Ой, сука, я, бля, по факту всё прочитал, нахуй, что он после Николая влетел. Я вам сегодня говорил, что похуй, что он стримит, блять, но конкретно этот ТикТок, он разрывной. Реально, я вот хотел его тоже в пример поставить, кстати, он меня опередил. Ты ничего не можешь, да ты хуже всех, кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься в жизни. Домой. Ой, блядь. Куда он поехал, блин? Лишение прав у чела, блядь, прямо сейчас происходит. Вот сейчас, на данный момент, у представителей власти лишение прав получается. А это вскрытие с места происшествия, блин. Все, пизда нахуй. В суде увидимся, блядь. Ой, блядь.
Номерочек списали? Все. В суд нахуй. Еще права, прав лишат нахуй. Да, да, да. Куда он поехал, блин? Блядь, такой урод, сука. Конченый, блядь. Так жалко этого чела стало. Такое свинство, блядь, мне такого жалко почему-то. Кто урод? Ну кто, блядь, вот это вот катит, сука, хуйню вот эту? Кошмар. Вообще ужас. Бля, я просто понимаю, что продавец, он же нихуя не может сделать, его уже уволят. Мне вообще жалко людей, например, когда... Ты, например, обслуживающий персонал, или ты там работаешь где-то, много из вас, где кто работает там официантом, официантами, да, много из вас, кто работает там, я не знаю, какой-нибудь бершке условно, приходит какой-то охуевший чертила, блядь, и права свои качает, блядь. И вот ты хуй что сделаешь, потому что тебе нельзя. Так жалко, блядь, вас. Ну, Макдональдс, да, я уверен, там ебанатов за день столько ходит, что каждому... Ну, я не знаю, прикинь, вот тебе хуйло нахамил, и ты, блядь, весь день обосранный. А потом ты просто сам, ну, не подозревая вот этого, хамишь другим людям просто. Ну, вот так получается, блядь, ты не специально. А другие люди думают, ебать, ты охуел. Ну, то есть, все это циклично, блядь. Короче, жалко, пиздец. Вот так самолайк выглядит. Я тоже гей, кстати. Хотя это в ТикТоке, там наверняка не будет ничего. Пистолет развалился, игрушечный, блядь. Да, Кэтсира. Это, походу, был фул, кстати. Она никогда до конца за стенку... Да ёб твою мать, блядь. Я был пьяный в жопу, меня манит её зад. Не вставляйте меня, пожалуйста, в нарезки со всеми другими стримерами, блядь. Я чаще всего какую-то хуйню там исполняю, либо меня, блядь, полсекунды, и мне я кринжую только от этого. Верни про дрочку. Какую... Бля, ребят, какую дрочку? No. Короче, читы — бан, кемперство — бан, оскорбление — бан. Оскорбление администрации, расстрел, потом бан. Всем удачи. Короче, просить вернуть — бан. Пошел нахуй — бан. Оскорбление администрации — мут нахуй. Короче, всем приятного просмотра. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю... Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю... Цифры, цифры ударили в голову. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Только людей. Летает на мне, летит.
right, that is what we are going to try to do. That is the result of his majesty's government. Сережа Киотов, ты еблан? Ты не мог пересохранить? Ладно, извини, ты не мог. Это чё? Это чё за виск? Я чуть не понял, ты чё, блин? Я чё-то не понял, блин. Ты чё, прикалываешь, что ли? Чё, блин? Это чё, шутки помял, нахуй? А? Ой, ебать, залез, нахуй, на технический этаж. Оглядеться, нахуй. Посмотри, ещё чё здесь есть. Бля, ебать, он, кстати, здоровый, нахуй. Ебать. Так, блядь, это какая-то хуйня, не хочу смотреть. А знаешь, насколько он... Ой, говорят, верни. Ой, ебать, за... Блядь, да он свалился нахуй или что? Я не хочу это смотреть. Найду потом. Ну чел, блядь, залез на какой-то технический... А знаешь, насколько он может удлиняться во время банка? Без понятия. Ладнушки. Я скажу тебе так, чтобы до тебя дошло. У меня вся хуяна в жизни, только твой стрим тильт вгоняет, спасибо тебе. Даже так получается. Ну, нормально. Ну, не за что получается. Добро пожаловать. Главное, кого-то спасает, кого-то в тильт вгоняет. Мне все охуенно, твой стрим в тильт вгоняет. Спасибо. Верните кто-то про дрочку, там, где типы спали, блядь. Заебал, я не оставлю это так, блядь. Где про дрочку было? Цифры. Ой. Да не, в пизду, я не найду его, блядь. Придется оставить. Хайп, хайп, хайп от души. Хайповат хочу, хайповат. Хайповат хочу, хайповат. Хайповат хочу, хайповат хочу. Hey, how could you? These Krabby Patties are the best, best damn Krabby Patty I've had. So, you trying to fuck? Meow, fuck out the way. Осуждаю или что? Нихуя не понял. Да, блядь, да заебали вы с этим. Половина чата даже не в курсе, кто это, блядь, исполнитель. Какой, как мы разъебывались, блядь, вообще. Shake that. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага. Половина чата даже не родилось еще тогда, понимаете, в чем прикол? Да это сейчас в LMFAO. Вы просто заметили, как начали залетать, ну, в ТикТоке музыка залетает, которую мы с вами слушали лет 10 назад, блядь. И там все такие, бля, какой классный трек, нахуй. И ты думаешь, бля, дети ебаные, нахуй. Это уже настолько баян и классика.
И самое главное, это такой Radio Energy такая. Хо! Снова популярны наши треки 2010-го. Будем крутить по новой. Let's go. Ты дед просто. Ну да, я старше. Вова, спасибо тебе за твои стримы. Ты поднимаешь мне настроение. Ты прекрасен, потому что ты есть. Ёпта, спасибо большое. Я в ахуе. Ты почти долистал. У меня на карте 50 рублей останется. Мне похуй, посмотри. Да мне еще больше надо листать. Сейчас совсем малюсенькие ножки, еще совсем не ходят по дорожке, и все друзья увидят, замечают глаза, похожие на папу. Доброе утро! Блять, накрыли типов, спит нахуй тип. Можно еще раз? Замечают глаза, похожи на папу. Доброе утро! Доброе утро, блядь. Да похуй, рофл, не рофл, но смешно. Бля, такая маленькая уже курит, бля. И тут созрел охуенный план. Бан нахуй за слово, уёбище. Бля, охуенный трек, да? Это мы смотрели, по-моему. Хочу узнать, какая я кукла. Я вспомнила, я кукла Брамс. Ага, не знаю. Дорогуля. Нахуй ты ее нахуй послал? Да пошла она нахуй, блядь. Бля, ребят, у нас слишком разный, у нас слишком разный юмор. Вы согласны вообще с этим? Кому-то это смешно, типа, было. Вот он это реально же скинул. Anyway, let's talk, bro, let's talk. Let's talk. Я теперь понял, откуда Жужо идейки-то пиздят. Вот он, блядь. Я теперь понял. Я теперь понял, почему он тоже начал разговаривать, блядь, с этого. Я теперь понял. Да. Асу, Вов, что я сказал? Я заправляю шприц, ёмкостью 5 единиц. Ого, 20 миллионов мощи? У меня к тебе личная неприязнь, ебать, ты мне, ебать, не нравишься, урод, сука. Так а мне что к тому? У тебя же личная неприязнь ко мне, а не у меня к тебе. Блять, пиздец. Блять, ребят, я нахуй, блять, я себе, блять, не прощу нахуй, если вот это тоже, блять, на Twitch все перейдет. Да ну ты, конечно. Капец. Капец. Вот предыдущий Женя, он хоть бы, хоть как-то, а ты такое, такое, ни рыба, ни мясо ты, ёханый бабай. Уже? Личная неприязнь. Блять, пиздец нахуй. Бэн. Да, блядь, где? О, да. А чё вы ржёте, смешно вам? Нихуя не смешно, я думал, у меня сейчас это... Виноград выпадет, блядь. Оторвётся и укатится, блядь. Ты что... Виноград почему? Ты ж такого фиолетового писюна я в жизни не видел. Молочный чисто, молочный. Я говорю строчку, а ты попробуй не заматериться, окей? Открой машину и езду. Пошел нахуй. Хорош, блядь.
операцию, я перенесла 9... Я уже написал, что там блядь, я не себя делал, нахуй. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бля, ебать, мясо, нахуй. Не покажу тебе все то, что есть во мне. Нет, это не то. Это скам. Блять, а вы что не знаете, что это за... Блять, половина людей не знает. Короче, я заебался вебмес моей, в пизду их.